Так, ребятушки, не запланированный видос. Месяц назад мы в Dark Market купили у продавца Керамид Голд. Я не знаю, он ворованный, либо он взломал рынок, но мы его купили, и мы думали, что он нас кинет, потому что уже месяц прошел, и прямо сейчас мне в Телеграме он ответил и прислал координаты с посылкой. Ромасика, это рядом? Вообще, типа, да, рядом. Слушай, там надо забрать посылку. Как мы, интересно, получим Керамид Голд? Что там будет, интересно? Тоже интересно. Поехали? Поехали. Бро, мне страшно. Ну погнали, все, контент пошел, погнали. Итак, ребятушки, мы прямо сейчас едем на место. По координатам, получается, это второй этаж, да, Ром? Второй этаж, и там не указан, типа, какая комната, и вообще, где мы это должны искать, и что главное мы должны найти, чтобы получить Керамид Голд. Поэтому будет интересно, прямо сейчас двигаемся туда. Видимо, нам туда. Слушай, а мы не нарушаем порядок? Смотри, там нужно перелазить. Блин, а здесь вообще есть охрана? Так, сейчас, подожди. Я вообще не разбираюсь, одни ветки. Да, давай его вот, вот. Блин, на улице еще так холодно. Капец холодно, да? Кошмар на улице. А вот, походу, и тот самый корпус. Мы еле как нашли этот корпус. Просто все сугробы обшагали. Теперь посмотрите. Реально крипово. Мне кажется, это какая-то шутка, серьезно. Мне кажется, что это шутка, и мы сейчас просто, там, не знаю, там будет... Ничего не будет. Ну, в общем, по координатам второй этаж, и нужно, короче, обшмонать там комнаты. Ну что, пойдем второй этаж, это, в принципе. Мне еще интересно, типа, какая там лестница? Вообще, сможем ли мы пробраться на второй этаж? Вообще, как будто я в хоррор-фильме. Посмотри. Лестница-то хотя бы нормальная. Так, это у нас второй этаж. Никого нет. Столько комнат, мы будем как-то проверять? Нам надо знать, да, что еще мы ищем. Да, знаешь, что самое стрёмное? Мы не знаем, что мы ищем. И что самое забавное, мы ищем золотой керамбит, который купили из стендова. Нас сюда занесло. Я не знаю, где, я не знаю. Ну идем, еще не все комнаты обошли. Чувак, чувак, чувак. Я нашел? Серьезно? Что? Это кейс! Это кейс, чуваки! Блин, это кейс! Что там? Бывает, бывает. Блин, я боюсь, вдруг там что-то ядовитое. Погнали! На счет три. Раз, два, три. Флешка на 32 гига, бро. И чё там? Бро, прикинь, там, наверное, что-то есть. У тебя ноутбук с собой? С собой, но опасно. Погнали, давай сделаем это, бро, давай. Ну не зря мы ж здесь. Так, ребятки, флешка, ноутбук. Будет забавно, если вообще это битая флешка. Бро, читает. Так, тут есть файл. Чуваки! Чуваки! Это капец! Всем привет, стендоферы! Сейчас вы просто впадете в полнейший шок. Я совместно с двумя ютуберами, ТикТаком и Риком, подготовили для вас самый масштабный розыгрыш за всю историю стендов 2. Вас ждут не 3 приза, и не 10, и не 15, а целых 30 призов. Победить может каждый, ведь количество призов огромное. Главный приз – золотой керамбит, который может достаться именно тебе. Далее – 2 любых ножа, 6 аркан,
10 сигн, которые для вас делаю я и Тик-Так, а также 10 росписей на вашу страницу во ВКонтакте, которую сделаю я, Тик-Так или Рик. Итоги розыгрыша через 2 недели, 16 февраля. Условия максимально просты. Подписаться на меня, на Тик-Така и Рика, их ссылки в описании. И всего лишь поставить лайк на запись во ВКонтакте, ссылочку тоже найдете в описании. Все, вы участвуете. Вперед участвовать в розыгрыше и золотой керамбит твой. Удачи, бро!